Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Зачем линия ветра? Спросите вы меня. Раньше была огромная проблема. Игроки пикали Лину и не могли попасть станом. Не могли. Казалось бы, мальчик, молодой человек. Зачем ты берешь героя, если ты не можешь попасть станом? Зачем? На просцене было все иначе, там слегонца поопытнее игроки, и они могут попасть. Поэтому я начали собирать ветра. Давайте попробуем попасть станом в Свена. Кидаем стан. Что произошло? Давайте проанализируем. Свен отошел. А почему он отошел? Да потому что у нее долгий каст. Пока она кастует, она коряжит, за руками машет, свистит, пердит. И поэтому враги это видят и спокойно могут уворачиваться. Но и опять же, я говорю, здесь нам на помощь приходят ветра. Теперь смотрите. Задержка у второго скилла 0,5 секунд. Ветра поднимают на 2,5 секунды. Делаем арифметические расчеты. Поднимаем ветра. И кастуем стан. Делаем весь прокаст, убиваем. Профит. Собирая ветра, во-первых, мы гарантированно попадаем станом. Во-вторых, мы можем делать соло-фраги, делая полностью весь свой прокаст. Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!